победит. Победит, как всегда, человечность. Победит, как всегда, не в том смысле человечность, я не знаю, жизнь и время показывают, да? Победит тот, кто не всегда может, тот, кто не занимал первые места. Жизнь – это, ну, я не знаю, я вообще волен рассуждать так. В прошлом году победила финская группа «Лорди». Вот. Ни в коем случае, да, не человечность, но на самом деле посмотрим, что эти ребята будут делать дальше, это же самое главное. Я искренне желаю всем удачи, успехов. Я приезжал домой в Москву, и говорю, ну как, ты расстроен? Нет, я был счастливым, остаюсь счастливым, потому что второе место для меня, мне кажется, это очень даже неплохой результат. В моей жизни было много конкурсов и разных масштабов. И было и гран-при, было и второе место, но вторых. Да, второе место, мне кажется, оно классное вещание. Да, первое, не буду судить. Победитель не судит, как говорится. А как упали с Дима Колдуна песню, как вас оценивает? Его номер. Она с лицом, песня с лицом. Песня с лицом, которая существует, которая есть. Да, и из песни с лопными книжки. Вот эта песня, она есть, она стоит элементарно. У нее есть законченная форма, у нее есть куплет-припев, у нее есть вступление. Я как музыкант волен так подразделять какие-то песни, да, есть эмоциональный посыл. Самое главное, а дальше посмотрим, сколько людям понравится этот посыл эмоциональный, сколько он окажется близким, как он будет совпадать штрих-кодами со зрителями, которые будут голосовать за эту песню. Спасибо большое, что... I feel I'm torn up. But no, it's not you really need. Baby, now what's happened with us? We are dancing on broken glass. Can't stand no more. Never, never let you go. You're the one I'm searching for. Flesh on my flesh, bone on my bone. Love's having it in the storm. Similar. Yeah, because this city, historically, Finland, да, used to be Finland. Да, и в Финляндии достаточно холодно. Я не ожидал. Да, когда мне сказали, что здесь 7 и 13 градусов, я, конечно, немножечко расстроился. Но когда почувствовал атмосферу конкурса, сразу забыл про то, что на улице холодно. Да. But Finnish people? People? Финские люди. Hot. Finland's people. Yeah. Hot Finnish. Yeah. Дима, слушай, а сюда вот все русские везут водку свою, привет. Кстати, сюда все русские везут водку свою, все нам duty free покупают, что дорого здесь, реально. Полметра водки 20 евро. Что? Цяком того прошу, дали може, не знаю, полцити написано, то вам, десь пей рефрен. В этот раз взял достаточно маленький чемодан, приехал сюда всего лишь на один день. Так что, водки, если вы об этом, я вам не привез. Хорошо. Еще не кончил. Хорошо. Слушай, а загорелка где-то? С Греции с прошлого года осталось. Ты как бы на удачу, да? Не смывал ничего. Да, вообще, ну, если честно, то у меня было достаточно много и концертов, если уж курсы недавно в Америке, и тур там был такой большой достаточно. Потом я туда возвращался и в Майами. Так что не терял времени зря, да, немножечко, да, в перерывах между записью так выходил на службу. Потому что сейчас же все жертвы автозагара, да, становятся. Нет, автозагаром никогда не пользовался. А в Хельсинки вообще какие планы? Я приехал навестить и приехал посмотреть то место, да, тот город, эту страну, в которой я мог бы быть, в которой я мог бы участвовать в Евровидении. И на самом деле мне было интересно еще поближе познакомиться с местной публикой, с местными людьми, потому что для меня это очень важно, я хочу дружить со всеми. И вот. I want to see your picture. Yeah. Может быть,
Я думаю, что мы все сделаем безграмотно и успеем с ним познакомиться. А Сердючки, ты что, какие отношения, как ты воспринимаешь? Сумасшедший дом вокруг него, не его. Я знаю, я не слышал. Вот. Вот так специально его, ее. Да понятно, что если это сцена, то это она. А если это не сцена, то это, наверное, все-таки он, да? Тактически верный ход, он делает на Евровидении. Я, вы знаете, судя, я всего лишь второй раз, судя по прошлому году, было много скандальных людей, которые очень сильно привлекали к себе внимание. В Греции даже вызывали такой большой резонанс, но на конкурсе это проходило по-другому. Поскольку я знаю, что Верка Сердючка – это очень яркий персонаж, я думаю, что все-таки… Я даже помню вот этот большой какой-то скандал с тем, что там в песне «Лаша Тумбай» или «Раша Гудбай» я был присутствовал на этой передаче у Андрея Малахова на Первом канале. Вот. Для меня это казалось все как бы просто, я не знаю, просто номер, в котором не стоило, не знаю, выискивать каких-то подоплек. Вот. И я думаю, что Верка Сердючка оставит свои какие-то яркие впечатления о себе. Это самое главное, чтобы зрителю было хорошо. С Димой Колдуном знакомы? Конечно. Как вы отношения? Такие два парня красавцы. Положительно. Why exactly you should win this Eurovision 2000? Oh, so I'm sure Cosmo took you know, I don't know. Because